Во-первых, хотел бы поздравить всех мусульман мира с наступающим праздником Аль-Кудс. Для нас это большое событие, потому что борьба народа Палестины, в первую очередь, за свои исконные территории, это приоритет многих арабских стран на сегодня. И без решения палестинского вопроса нельзя решить, в принципе, тот конфликт на Ближнем Востоке, который сегодня сложился. Мы видели, как с подачи сионистов полыхала Ливия, сегодня полыхает Сирийская Арабская Республика, постоянно идут провокации на Ливанскую Республику, идут угрозы в сторону Ливана, был убит виднейший политический и военный деятель Сулеймани в Ираке от рук американской ракеты и, собственно говоря, с подачи сионистов. Поэтому сегодня Аль-Кудс – это справедливость, сегодня Аль-Кудс – это объединение, сегодня Аль-Кудс – это вера, вера в Бога и вера в победу. Поэтому все эти люди, которые объединяются под знаменем ислама, должны поднимать одну вещь, что и православный мир, и в целом христиане, и мусульмане всегда совершали паломничество на святую землю Палестины. Израиля тогда не существовало.